слабеет. Мы же не сможем это все ограничить. Я имею в виду вот цвет солнышка. Потому что солнышко и так понятно, что оно солнышко. Оставил бы два. А народные там каждый имеет право его разрабатывать в соответствии с технологическими процессами. Там, собственно, как я скажу, в кавычках отличники и двоечники. Отдельное спасибо. Они идут как бы в одном фирменном стиле, собственно говоря, посвященный темам строительства, культуры, спорта, ДВФУ, власть есть. Ну и так далее, собственно говоря, уже уходит прямо к 18 вариантов. Подумайте, в общем, Настя, я поддерживаю. Рассказать об удивительной, богатой истории, которая на самом деле и приморцы, и гости Приморья, да и вообще дальневосточники не очень себе представляют. Так сложилось просто политически, что эта тема была во многом закрыта. Сегодня это можно сделать. Ответ пока обратной связи мы не получили. В принципе, вот в целом.